Собственно, мы доджим. Остановочка для Лины конечная, потому что у меня уже 10 душ, вот это 11-я будет. И, в принципе, я уже с руки просто здесь... верни деньги. Я аж крипа пропустил, я аж прихуел с этой ситуацией. Огр такой берет и кач уводит, вы понимаете, насколько он хитрый оказался. Так, значит, теперь можно чуть-чуть потанцевать. Потанцевать, потому что я под башню не хочу заводить эту пачку. Лина завела, а я не буду. Я побегаю немножко. Так, все, погнали. Тангу с хованем. Ну и, в принципе, сейчас линия будет на моем хайграунде стоять. Там Лина завела под башню крипов. Блять, Огр... Блять, шо Огр делает? Посмотрите на этого демона. Он просто крипов уводит за собой. Понимаете? Сейчас посмотреть на Огра, он кач ведет. Не, кач вернулся. Го, убьем ее. Вот ее сейчас убить можно, если ты выйдешь. Это наша Лина. Даем ей Кайла. Ну, это конечная остановка. Иди сюда. Not bad. Правда, я никого не забрал. Тупо стою с двумя ассистентами. Лина уже идет меня просто жарить. Блин, немножко плохо получилось, у меня сейчас нет хп. Не-не-не-не-не, так я не подставляюсь, это слишком было бы изи для Лины. В итоге мне сейчас надо стоять под башней и насасывать себе хпшечку. Так, этого не динаем. Этого тоже, наверное, потому что дэмэджа не хватит. Попробуем вот этого хотя бы. Этого забрали. Так, этот. Что он может вообще? Этого заберем. Так, кура идет. Пуджа. Пуджа мы, конечно же, боимся. Сейчас попробуем все это тут подрегениться, пока пуджи всякие не набежали. Лянь, что Лина делает. Ух, ебать. Хелп! Вы что, задроты? Куплю ТП-ху, потому что, скорее всего, сейчас придется ехать домой. Зашел Бейн, усыпил меня крыса. Кстати, ребят, жесткая страта с Бейном и Пуджом. Бейн выходит, усыпляет, и Пудж 100% хук дает. Это вообще очень сильно. Так, все, возвращаемся. Шла отсюда, дура. Кайла. Прошмандовки. Так, это Денайчик. Это Денайчик. Это Денайчик. Вопросики. Лина фармить здесь не будет. То есть просто запрещаем ей качаться. Сейчас надо чуть с ласхитом разобраться. А то только приехал с дороги. Не могу вообще кнопки нажимать. Сейчас надо чуть-чуть подразыграться, так сказать. Я не знаю, капли купить или нет вообще, а? Блять, у меня автоатака включена. Я думаю, что не так? Почему мне так неудобно? Почему у меня герой сам всех бьет? У меня-то, походу, автоатака не выключена. Подожди. Да не, вроде выключена. Значит, это клешни просто. Тихо, тихо, тихо. Так, счет 4-3. В принципе, все нормально. В миде уже секьюрити Лины Бейны. Сейчас надо пойти Скайла Бейна убить. Он 100 пудов неопытный. Пошел нахуй. Ух ты, блядь. Пошел нахуй. Ах ты дура. Лянь, и Шрайн зарядился. Хелп. Вот это ей повезло, конечно. Просто пятая минута, Шрайн зарядился, понимаете? Какая Лина пертая. Так, ладно, Бейн, отстань. Бейн, отстань от меня. Блять, у него вард, наверное, стоит. Хочет выжрать меня. Сучара. Стоять. Все, тут ждем его. А ну иди сюда. Говно. Так, ладно, все, ПТ-шку несем. Подождите, с Блайдстоуном. Так. Так, вам надо карту открыть. Сейчас. Сейчас. Сделано. Сделано. Так. Рики идет, центрик упал. Ну давай, брат. Рики. Просыпаемся. Естественно, подсос Петрович. Убей его, убей его, убей его. Он твой. Подсос Петрович уже здесь.
В итоге Рики убил, проверяйте. Так, а что по... Забирай руну, мне не надо, там Бэйн заберет ее. Так, ну тут на миде стрёмно на самом деле, потому что тут всякие бегают Бэйны. Сейчас еще пуджи придут и начнут меня под слип хукать и станить. Поэтому это вообще, конечно, нездоровая тема. Так, попробуем сейчас вот здесь вот это все заденаить. Этот заденаен, этот заденаен. Короче, денаем по максимуму, можно заобузить. Дай банку, брат, я обузнул. Кинь мне ее. Спасибо, брат. Ну, немножечко прообузили. А почему нет? Так, у Лины скоро лагуна будет. Там я вижу еще заруба какая-то. Лина уже пятая с каплями. Начинает убивать моих огров. Ну, там Бэйн очень плотно подсасывает. То есть он просто живет в миде. Я постоянно его вижу, он тут бегает. Вот, короче, несем аквилу и несем капельки. Стики пока хрен с ними. С этими стиками Лина особо не спамит своими скиллочками. Поэтому, в принципе, можно и без стиков побахать. Вот. Аквилка капли — это вещь хорошая. Подслип не хукается, да ладно вам. Все хукается. Я проверял. Так. Восьмая минута. Желательно рунку найти. Ну, то есть меня сейчас устраивает, в принципе, любая из рун. Вот хаста инвиз, вот это вот все заходит, я с удовольствием возьму. Хасту инвиз — это просто, ну, прям с удовольствием, ребятки. Пойду посмотрю, что там Лина АФКшит. Может быть, хаста инвиз как раз. Отлично, моя руна. Замечательно, замечательная руна. Погнали, попробуем чуть-чуть спушить. Потанкуем иллюзиями и побьем немножечко башню. Короче, ребят, счет 6-8. Как бы понимаете, пока что насасываем. У меня стата не самая лучшая, потому что на миде сколько фрагов мы делали, я ни одного не смог забрать. Все фраги наглым образом забрали огры. Все застилено было. Ну, какая дерзкая сучка. Ах ты. Демон, блядь. Бля, что они хотят от меня? Задроты. Сейчас еще кто-то выйдет, усыпит меня. Чую я. Бля, не Бэйна позвали. Офигеть, в миде трипла. Брат, я не буду тебе помогать, потому что там Лина не может станом попасть под уснувшего огра. Это очень приятно видеть. Ладно, давайте апнем стики. Сразу принесем их. Лина, седьмая, у нас почти девятый, в принципе, все нормально. Бэйн сверху варды ставит, поэтому, скорее всего, стоит обсервик. Бабосики капают, все нормально. Я не знаю, что он хочет, зачем он это делает. Он дам Кайла, и пусть бежит эта Лина. Пока что на миде убить кого-то будет очень сложно, поэтому просто сейчас, не знаю, ульт вкачать. Возьму ульт. У меня ощущение, что он мне понадобится, потому что в миде очень весело, в миде стоит вражеская трипла, по сути. Ну, они бегают туда-сюда, то есть поэтому ульта может, в принципе, пригодиться. Глядишь, там, раскастую, может, кто умрет, если будут нападать. Ну, хотя, опять же, скастовать ульту маловероятно будет, потому что я поймаю слип, потом стан, потом хук. Вся эта тема заедет в меня, но... Хотя бы я умру, нанесу дэмэдж. Может быть, размен какой-то будет. Все, аквилу включаем. Начинаем пушить эту башню. Врагов я не вижу. Вижу снизу Бэйна. Мелькнул на карте. Бэйн снизу заходит, брат. Так, башню бить больше нельзя, иначе будет denial. Help. Он с инвизом был, лол. Откуда у тебя инвиз? Ну, у меня капли есть, поэтому мне типа плевать. У меня капли есть, мне все равно пока что. Блять, да что тут происходит вообще? Я не достаю просто этими кайлами. Отлично. А можно мне фраг хоть один? Было бы настолько beautiful. Отлично, вот он и фраг. Собственно. И вот он еще один. А вот и башня. Ой, вот это я заработал баблишко сейчас. Вот это просто, ребят, заработки называется. Заработки.
Го пошранимся, толстый. Вот это я заработал. Я, короче, забрал Лину, потом забрал Бэйна, еще и башня подъехала. Это вообще классная тема. Блин, Рики надо было подождать, я что-то забыл про Рики Мару. Ну ладно, в принципе, оно его почти фулл нарегенило. Так, Киллинг Спри, кто делает? Скорпион на моем вивере. Так, подождите, а у меня у вивера, походу, траблики. Хотя, не, хотя 2-4 там у кого-то, я обратил внимание. У кого 2-4? У вивера. Вообще, ребят, в этой игре... сейчас, жди. В этой игре покупать Shadow Blade, это надо быть дебилом. Но я дебил, я куплю его. Просто у нас Рики с инвизом, у нас ВРка будет с Виндраном инвизом, и у нас есть вивер. То есть, очевидно, враги будут кучу сентрей покупать, но... Стрей. Привет, братишка. Здорово, Колян. Братик, привет. Нюточка, приветик. Здорово, Колян. Спасибо за соточку. Добрый вечерочек. Так, короче, погнали, наверное. Ну, с рунами опять не проперло. Руна снизу, возможно. И вообще, рун нету в этой игре. То есть, ни инвиза, ни хосты я вообще ничего не увидел за игру. Поэтому ждем Shadow Blade. Вообще, конечно, в идеале с Shadow Blade пойти и убить Хускара. Это вообще будет супер идеально, но... Это будет сложно сделать одному, потому что Хускар с армлетом, там одна моя ошибочка, он его переключает, и я еду до дому, как бы. Можно выйти, дать Кайла по крипам, чуть-чуть подкачаться. Вот этого тоже, ага, этого не забрали. Так, ну и что делать? Лина с арканами, то есть у Лины, по сути, ничего нету, можно ее пойти сейчас попробовать уничтожить, например. А, ребят, Хускар мисс. Ну, он же не может Рошана убивать, я просто не верю в это. Вот. Ну, на всякий случай, проверить стоило. Походу, у них стоит обсервер, Лина резко начала убегать. То есть, я вот тут ушел в ШБ, соответственно, там вижен есть. Это логично. Вон, центрики, обсерверы. Вардишочки сбиваются, мутки мутятся. Лавеха крутится. Руны нету, снизу у нас Скорпиона не убить. Что делать вообще на карте? Можно пойти лесок пофармить. Хускар просто ушел куда-то. Так, в этой игре нам нужна Линкенсфера против Бэйна Пуджа Лины. В принципе, сойдет. И БКБшка нужна. То есть БКБ Линка — это неуязвимость от Лагуны и неуязвимость от ульта Пуджа. Это хорошо, конечно. Так, Скорпион вышел. Мне нужна хоть одна руна нормальная, но под нормальной руной я подразумеваю хосту уже на данной стадии игры. Но руны, как обычно, нету. Пойду. Иду. Ой, я там вообще, там зе похороны. Го убьем их. Тучка, хуючка, там, пошли. Ага, и Бэйна отпустили. Окей, ладно, Пуджа убил. Уже хорошо, хоть кого-то. Привет, Олег. Здорово. Ты меня помнишь? Серьезно? А как же конспирация? Спасибо за донат, как я понял, Нюта. Спасибо за донат. Блин, Лина вообще, короче, очень боится в миде стоять. Она просто, как только я иду на мид, она сразу убегает. Блин, надо Хускара как-то убить. Только как его убить? Я ж могу... Может же не хватить урона резко. Жди меня, братишка. Слышь, го оформлять. Оформлять надо. За оформление. Пойдем. Так, сентрей нету, уже радует. Ага. Вон пуч. Пуч. Вот Хускар. Я выберу пока что Пуджа. Теперь Хускара надо пробовать. Ну, попробовал. Попробовал, приятно, вкусно. Все, ребят, я предлагаю башню сломать. Не гоняйтесь. Там сейчас Лина придет, лагуну даст. Сами знаете, что будет. Так, я вот думаю, сделать ли мне сразу сильвер. Или мне просто забить болт на сильвер пока что. Ну, вообще, сильвер Хускару пассивку вырубить, чтобы он там медленно бил. 4 секунды, там, все это приятная тема. Вот, но... Я вот думаю, стоит ли его сразу брать. Или может какой-то Dragonlance Линку замутить. Лину, гоу. Ну, это... Оставь. Ну, баночку, братиш. Ну, это некрасиво поступаешь.
Ладно, гоу пушить. Очень некрасивая игра. Вот Рики. Крысиная. Крыс гейминг. О, жуки вообще на уровне Высоцкого. Тихо, чуть не пролагала Скайлон. Знаю я, бывают лаги. Ребят, аккуратно Хускар летит. Сейчас похороны будут. У Скорпа форстаф, ребят, я предлагаю рассосаться. Иначе будет больно. Я ушел, короче, смотрите. Ну что, Дота, может настало время мне руну дать какую-нибудь, кроме иллюзий, что-нибудь. Спасибо, хоть за это, ну спасибо. Ну, так, чисто на фарм. Руна на фарм называется, быстренько отпушили. И давай думать, что мне покупать. Ну то есть, в принципе, я не против сделать Линкенсферу прям сходу, потому что у них куча неприятных скиллов. То есть Бейн может меня цеплять ультимейтом, скорпионы под копами, там всякие, ну понимаете, хук, ульт, пуджа, все это цепляет, все это крайне неприятно. Поэтому есть смысл просто забацать сразу линку, чтобы избежать вот этих вот рандомных подцеплений, а потом после линки можно доделать сильвер, а после сильвера сделать БКБ. И в принципе я в игре буду неуязвим. С сильвером, БКБ и линкой меня никак нельзя будет в драке вообще законтролить. Ну и плюс я буду контролить Хускара своим сильвером. Так, все, погнали. Ребят, аккуратно там, я не с вами, я пушу низ. Я вот боюсь, чтобы они сейчас все Хускару трипл килл не отдали, потому что вот чуйка у меня есть на трипл килл. И вот прям... Вот прям, блин, чую, сейчас грязь какая-то будет, сейчас Хускар, по-моему, всех убьет. Вот не спрашивайте, почему. Хотя там не Хускар всех убивает, но все равно. По-моему, это минус 4. А я предупреждал. Я говорил, мальчики, не нужно. Так, вот это сразу непотребство идет сюда. Мы уходим, Лина в Юл идет. Ага, тут еще крыса пуч. Уходим, уходим. Пуч, видели? Видели, какая крыса? Хотел меня скрысить с кустов хуком своим, насадить просто. И повертеть немножко, но нет. Таких крыс я просто сразу читаю и ухожу. Бля, у меня баунти воруют. Я очень рассчитывал на эту баунти сейчас, потому что мне тут до линки просто письки не хватает. Что за конспирация? То есть... Напомни, стрей. Бибу мерил? Бибу не мерил, Колян. Времени вообще не было померить Бибу. Приехал и сразу подрубил стримчанский. Аккуратно в миде, ребят, пока без меня. Надо чуть-чуть нафармить. 250 надо. Вот этого огра добиваем. Берем линку. И, в принципе, можно попробовать. Ребят, я, в принципе, готов. Только не так. Это бэт геймплан. Так, ну там сентриш на миде стоят, я прям чую. Ребят, ну если нападать, то вместе, либо сосать. Так, линка есть, хорошо. Пошел нахуй. Только не гори, жопа моя. Сгорела жопа. Убейте их всех, ребят, они ж вообще вкусные. Почему? Вивер, давай. Вивер, это твои мальчики, давай ему. Отлично, просто долбоёб. Ребята, что? Ну а вы будете их убивать? Посмотрите, какие вкусные. Блядь, где Сикер? Сикер, выходи с леса, заебало. Вивер, там Бейн на удар. Бля, они никого не убьют еще, лол. Вы что, рофлите? Блядь, как можно так настолько хуёво все делать? Лол, они никого не убили. Это клиника. Это просто клиника. Парни, надо было бы хоть кого-то убить. Вообще никого не убили, лол. Вот это я называю Z-днище. Z-днище самое настоящее. И они еще и дохнут. Ой, вообще, Алёши. Алёша Гейминг называется эта игра. Блядь, сейчас все сдохнут. Вот, сука. Ой, дураки, блядь. Какие же они... Парни, давайте вы это перестанете. Либо убивайте кого-то, либо не фитте. Вот выбирайте. Вот так вот надо каждой команде говорить, чтобы они выбирали. Либо они убивают врага, либо они не фидят. Пусть они ничего не делают, только не фидят. Потому что явно у них с убийствами не идет немножко.
не могут догнать героев, у которых по 2 удара хп. Тяжеловато, тяжеловато. Ну, я понимаю, бывает такое. Так, там продолжается веселуха у нас. Ребят, я иду. Так, я вот думаю, а вообще БКБ-ху или все-таки Сирию? Просто вот если я сделаю БКБ-ху, то А, я не горю от стрел Хускара, Б, я просто неуязвимый в течение действия этого БКБ. То есть меня в БКБ ни Пуч не сожрет за счет линки, ни Хускар не въедет, ни Бейнвульт не возьмет, то есть мне тупо похуй. Поэтому вот я вот что-то думаю, в этой игре надо играть на себя и быть неуязвимым. То есть неуязвим равно непобедим. Надо быстрее идти топ фармить, а то вивер сейчас слюни потекут на этих крипов и пойдет их стилить, а ему не нужен этот фарм. Зачем фарм виверу, который никого не может добить, правильно ведь? Правильно. Так, у Лины уже Йул, наверное, есть. То есть сейчас очень аккуратно надо играть, потому что сейчас ощущение такое, что тут могут в засаде сидеть ребята. И если они в засаде, они меня убьют. Потому что дасты там будут, БКБ у меня еще, ну, как вы видите, еще 2000. Надо, короче, подрезать эту башню и валить отсюда в страхе. Просто бьем ее, неважно. Крипы убьют, я убью, плевать. Огр сдох, короче, надо просто подрезать башню. А, отлично, и ульт пошел нахуй. Вот зачем, собственно, Линкенсфера. Ребят, пуш в миде один. Бейн без ульта. Центри в миде. Напасть можем? Можем? Лев, привет. Где? Там в центре. Можно у тебя тренировочку получить. И можно песенку Линкин Парк, а не море. Присуча. Спасибо большое за донат, Dragon TV. Песенку у меня заказать можно, но это ж стоит 1 рубль. Братик, спасибо за донат. Гол, 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 гол. Хускар дебил. Гол, 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 зис, зис, стан, зис. Надо подстанить. Ну я умер здесь, это понятно. Так, в итоге убили Хускара, сдохли втроем. Там байбек был, по-моему. Байбек от Скорпиона. Бывает. То есть мне просто надо БКБ сделать. Потому что огненные стрелы, все это очень неприятно. Вивер фармит, это, конечно, хорошо. С сапогом, задрот, сапог на вивера. Это надо быть гением. Гением. Так, ну что, надо, короче, БКБ-ху доделать. И все. И все будет круто. После БКБ-хи сделать сильверецкий. И пойдет жара, я вам говорю. Чисто можно будет даже ульт не крутить с инвиза. Можно просто будет подходить в сильвере, давать удар Хускару, включать БКБ и разваливать все. Стрюшка, тебе не стыдно? Тебе уже четверть века, а ты девушку предупредить не можешь, что благополучно доехал домой. Ай-яй-яй, крысы. Спасибо за донат. Исправлено. Спасибо за болтишок. Так, это продать. И скоро будет BKB. Так, баунтосик. Знаете, вот, все, конечно, хорошо в этой игре, но просто вот почему эта игра так тяжело идет? Потому что у нас нету керри. Ну, то есть, у нас есть ВР-ка, у нас есть вивер. Это два куска говна, которые собирают по Линкенсфере. То есть, по сути, у них боевых артефактов нету. То есть, драться нам, в принципе, мы деремся за счет того, что есть я. Все, остальные пока что коров у нас, по сути, нету, кроме меня. Колямба, ну если я тут напишу, это уже не конспирация будет. Олеж, до скольки сегодня стрим? Спасибо за донат, я не знаю, до скольки сегодня стрим. Ну, постараемся как можно... Ну, скольки сил хватит, я не знаю, как можно дольше.
Ребят, нужна кура срочно, BKB будет. Будет BKB, будет easy fight. Скорпион с волшебством. Надолго стрим запустил. О, пока что ж вопрос будут? Тут был. Не сожрешь? А это мне пизда, по-моему. А, нет, нормально. А, отлично. Спасибо за донат. Я ж говорю, до скольки сил хватит, я не знаю. Блять, кура сдохла. А чё кура там делала вообще? Блять, эти дураки еще и куру. Я ушел. Я не хочу там драться, там сейчас Хускар подойдет, и у меня нет БКБ, потому что курица сдохла вот здесь. То есть какой-то Александр просто взял и всрал курицу со своим ультимейт-арбом. То есть, понимаете, вот, когда у тебя в команде играет ВРка и Рики, и Вивер, это просто два куска, которые делают линкенсферы. То есть, по сути, чем нам драться? Драться нам, в принципе, можно только с моим ультом. Все, больше драться нечем. Так, 20-й левелок есть. Сейчас будет, собственно, БКБ уже есть. Теперь идем в Сильверец, чтобы вырубать Хускару пассивку. И уже мы такие, знаете, боевые эсфы. Потом можно будет пику точеную сделать. И уже будет намного все попроще. Короче, предлагаю просто сходить на базу, потому что реально сейчас может быть какая-то драка, а я без БКБ, и это будет очень печально и обидно. Колян, эфире мои вопросы. Спасибо, Нюта, за донат. Так, на топе у нас скорпионы. Короче, все, BKB есть, жить можно. Теперь Сильверец. Ну и ждем, пока Вивер ВРК купят себе айтемы какие-то, потому что пока что реально в драке нам не хватает чего-то. Забирай, брат, я не пойду на низ за этой руной далеко. Слишком далеко, не хочу я идти через полкарты, я лучше фарману чуток. Он герой, тебя заметили. Ребят, на топе пудж с блинком, пудж-блинк. Если что, инфа, приняли? Я надеюсь, приняли. Пудж с блинком — это как бы такая нехреновая информация. На топе, возможно, они все. Как вариант, там Хускар. Хускар с БКБ, ребят. Блин, Хускар БКБ — это очень плохо. Сейчас нельзя с ними драться, там Хускар с БКБ. Вот как Хускара с БКБ убить? Я не знаю, кто его будет убивать. Я пока что не смогу его убить. Соответственно, Вивер, ВРК, я думаю, тоже, если я не могу. Хотя, если, блядь, как-то начать драку, Рики с ДД, типа, как-то хорошо ее начать, вырубить того же Бейна по-быстрому. Или кого-нибудь. То, в принципе... Вот, минус Лина. Плевать, просто ультану, чтобы все боялись, враги. Вот я ультанул, понимаете, Хускару 0 дэмэджа с ульты, зато Бейн, Пудж, Скорпион, они тупо штанишки наложили от этого ульта, обкакались и убежали. Вот вы заметили, Хускара даже никто не сейвил, просто я начал крутить ульт, там пацаны такие: «Ебать, СФ ульт крутит!» И все. И все свалили, а мы просто забрали Хускара. Приятно, приятно. Сейчас будет грязь. Нельзя сейчас. Все, надо низ ломайте. О. Так, все, вот эти вот, короче, сейчас они сагрятся. А ну, ложись. Вот этого толстого чуть-чуть по попке ему надавать. А повершот где? Отличный повершот. Красивый, красивый. Солидный, солидный пв. Power Pro просто, как протеин. Так. Значит, Сильвер уже по бабосику имеется. Замечательно, замечательно. Несемся. Регенерацию забирай, не надо. Ну так бы он ее вес. Оставь баунти, заберет, ему похуй вообще. Он дурак. О, 2 ТП. 2 ТП сюда, ребят. Можем их принять? Или не можем? Ребят, пудж в таверне, их 4, нас тупо больше. Блин, жалко, что я без Сильвера. Пока арба придет. А, так это... Ну давай драться, брат. Хочешь драться? Давай драться, мне похуй. Отличное переключение армлета. Это человек-переключатель. Переключил армлет. Ну, тут скорпион вообще писечный сидит.
Предлагаю отойти. Так, а вот теперь надо думать, что же нам делать дальше. Я имею в виду из артефактов. То есть, в принципе, все для победы у меня уже есть. То есть, единственное, меня может убить Хускар с руки, если будет со мной драться. И не будет переключать армлет, как профессионал. То есть, руну заберет, он им вообще плевать на меня. Тупузики, пропуск в трусики. Побрей, плиз. Передай, пожалуйста, привет к отцу. Спасибо за донат. Не услышал, кому привет. Передам чуть позже, значит. Вот. Спасибо за донат. Нормальные усики. Я думаю, бабочку надо сделать, потому что Хускар может с руки убить. И с бабочкой я буду, в принципе, неуязвим. Ну, МКБ, я думаю, там, блять. Почему я вообще за игру? Нахуй? Я за игру вообще не могу ни одной нормальной руны найти, вы понимаете? Я тупо подбираю иллюзии, я подбираю все что угодно, кроме там всяких ДДшек, инвизов, хаст и т.д. То есть ни одной хасты за игру, ни одной ДДшки за игру. Тупо подобрал волшебство разок, повезло, и все. Брат, не нужно, не нужно, не нужно. У нас уже огр. Ладно, гоу. Ладно. Все, уходим. Блин. Ребят, я ушел. Эй, ты чё, крип, офигел? 50 голды у меня украл. Вор. Так, ну, в принципе, бабочка уже скоро относительно будет. Уже вообще писька осталась до этой бабочки. Кстати, 25 уровень, лол. Я что-то не уследил как-то за своим левелом. У меня уже 25-й. Ты кто? Вот ты нихуя себе. Хелп, хелп, хелп! Хотя, они вдвоем за мной бегают. Вдвоем у них силенок-то не хватит. Лина с волшебством, ребят. Очень опасно. Не нужно тут драться. Их тут 5, ребят. Их 5 здесь. 5. 5 heroes. Вот за Охром сейчас Лина идет. Блять. Я просто только сказал. Давайте, вот в миде можно расчехлить дебилов. Расчехляем! Иди сюда, блять. Где твоя пассивка, нуб? Нету. Ну-ка, вытяни меня. Я типа как дебил такой бегу. Как дебил. Не, не хочет. Что там, скорпион трусит? Ничего себе он, мужик. Минус винка. Ой-ой-ой. Хелп, хелп! Шакл шот! Блять, такой же шакл стоит. Просто пиздатый. А почему я всю игру оглушен? Пшли нахуй отсюда. Денается. Пшли отсюда нахуй. Давай догоним кого-нибудь. Блять, а чё он шеклшот не дал? Там же два героя стояли просто под шеклшот. Блять, Вивер вообще... Вивер, иди топ ломай, чё ты убегаешь? Иди ломай топ, некому дефать. Вот этого го. Мы его не убьем, он с форстафом. Вивер, ломай топ. Ну это самоубийство от Скорпиона. Вивер, го топ. Блять, Скорпион второй раз за игру выкупается, вы понимаете? Лагуну сейчас получишь, не? Бля, чё Вивер не ломает? Давайте, давайте, надо сломать. Так, вот эту штуку надо взять и лук прикупить. Стрей. Гопу, блядь, я просто ради интереса останусь, сейчас иллюзия появится, заберу ее и пойду лес фармить. Даже иллюзия уже не появляется. Спасибо за донат, пока что без пубк, у меня тут, видишь, свой пубх в доте, тут полная жесть, решил сыграть сегодня первую игру.
а тут такой пот. Вообще, какие-то хускары задроты. Вообще, как выигрывать доту, если такие задры играют? Так, все, бабочка имеется. В общем, ребят, гоу Рошана прямо сейчас. И пойдем попробуем порешать вопросы. Нужен танк только, потанкуйте кто-то. Да-да-да, хорошо, ребят. Мы его быстро забираем, это Focus Fire в линку ушел, да? А не. Расчехляем по-быстрому Рошика. Дайте я возьму Аешку и пойдем, короче, немножечко повоюем. Вот, смотрите, вот этот вот. Он варды хочет ставить тут, я не знаю, что он тут забыл. Вот вард этот надо сбить. Смог по тампсом, блядь. Ну, типа подкоп на уровне Высоцкого, как и Тучка. Ребят, предлагаю пойти по низу. У них на низу Т2 стоит, мы его еще не сломали. Ломаем Т2 и все красиво. То есть нам не нужно сейчас в мид куда-то ломиться, потому что обычно это заканчивается тем, что заезжает хук, на хуке улетает какой-нибудь вивер, и все. И в итоге драка уже всосана. Так, все это не надо, у меня 2200 есть, я вот думаю, что собрать. Просто вот, знаете, рука может дрогнуть, купить сатаник, но с другой стороны, зачем мне сатаник, если закончится БКБ, меня просто с контроля не выпустят. То есть надо что-нибудь, может быть, пик уточенную, или уже какой-нибудь Бладторн сделать, что-нибудь из этого. Так, Скорпиона с Аганимом. Ого. Бладластик, братишка, на меня по КД. Минус Вики. Пиздец. Вот как с ними драться, если они дохнут по очереди? Пуч будет хукать, уходим. Уходим, уходим. Все, у нас уже минус один. Ребят, не умирайте по одному, пожалуйста. Хотя можем подраться в эрка с ДД. Хоть кто-то с ДД. Тут вард, возможно. Вот-вот-вот, хускар. Гоу расчехлять. Шел нахуй. Го-го-го-го-го. Есть что по вижену? Ну, у меня сейчас будут ульте Бэйна держать какой-то. Вот он. Гоу. Шаклшот, где? Хорош. Все нормально, расчехляем башню и можем дальше идти. Их трое, без хускара они сосать будут. Я с Аегисом стою, бью башню и с ВР-кой. Огр, бегай сзади, не иди впереди. Просто развешивай бафы, хуяфы и дрочи. Все, отойдем. Ничего себе там. Все, уйдем, байбек. Блин, сколько ж у них байбеков. У них байбеков очень много. Меня это пугает. Скорпион уже два раза байбекался. Хускар байбекается. Ребят, ну если мы сейчас расчехлим их, то это все. Просто надо убить Хускара или Скорпа. Я думаю, у Скорпа нету байбека. Я не знаю вообще, чем Вивер всю игру занимается. Вот он тупо есть. Ребят, давайте я подбайчу. Идите за мной. Смотрите, я типа иду вперед, меня выхукивает, у меня Егис. И мы их жарим, смотрите. Я типа иду пушить. Я типа дебил, я их не вижу. Он тут под хуки подставляюсь, смотрите. Вы не показывайтесь. Вы типа я один, я дурак. Давайте, все, поехали. Блять, дебилы. Такие наивные вообще, вы понимаете? Еще байбек будет от Скорпиона, третий? Не? Да, это тактика. Хорош, хорош. Это все ерунда. Хускара расчехлить можем. Все, забейте. Пусть идет, боится. Ломаем. Идемте низ сразу, ребят. Хускар БКБ просто танцует. Забейте на него болт. Меня отдавайте, я с Аегой. Я стою впереди, размениваю Аегу, а то исчезнет. Пусть они все у меня скидывают. Не надо за меня умирать. Все, вот теперь поехали их жарить. Бля, они тупо, бля, они так байтятся, как детишки какие-то на выпускном, вы понимаете? Просто взяли на Аегу, забайтились игру, проиграли, по сути, из-за этого байта на Аегис. Вот тут на миде двое сдохли, и сейчас Хускар пошел просто без байбека, сдох в Аегис. Зачем, не ясно. Гоу топ сломаем. Отлично. Давай, сожри меня. Давай. Отлично. Шла отсюда, дура. Давайте ломать, ребят. Хорошая работа, ребят. Спасибо за игру. Конечно, знаете, на самом деле очень такая, очень
ну, какая-то терпильная игра, потому что, по сути, вот, ребят, кто... Ставьте плюс в чат, кто видел за игру хоть одну... хоть один тимфайт, давайте так. Вот, кто видел хоть одну драку 5 на 5? Я вот ни одной не видел. То есть вся игра заключалась в том, что Вивер где-то дох на карте в соло, и просто мы делали какие-то соло-фраги, как и враги. То есть драки 5 на 5, по сути, ни одной не было. Тупо тимфайтов 0 за игру. О, Скорпион, глянь, что творит, задрот. Задр. Ну, возможно, меня сейчас убьют, но я унитазы чищу, мне пофигу. Так, у меня тут куча бабок, я слышал. О, Линку кто-то мне сбивает уже, Вижн стоит. Просто ни одной драки не было за игру. Вот такие игры я больше всего не люблю, когда ты всю игру просто фармишь, а потом игра заканчивается. Недавно за месяц или полтора поднял свой ММР с 2200 до 3500. Кухни и все, я застрял. Спасибо за игру. Ребят, лайки всем, красавцы. Посоветуй, на какой роли играть для того, чтобы с 3500 помойки вылезти. Ах да, забыл добавить, что у хуесосов в чате средний ММР 1700. Рафла не было. Так, ребят, ну что? 43 винстрик, ребятки, это вам не шутки, 43 победки подряд имеем, в общем-то, сейчас почитаю донаты, там приветик передать надо кому-то, вот помню, был такой парень, значит, привет, Коцы, привет тебе, спасибо за донат, Каприот, хотел сказать.